Мы болеем за тебя. Владимир, извини, ну, по-моему, ты без проигрыша пока идешь. Ты же хотел выиграть. Я еще виноват остался. Да ничего, ничего, сейчас. Сейчас Андрюха отомстит за меня. Кстати, кто знает, как удар абриколя на английский переводится? Есть какой-то перевод? Абриколя — это вообще как бы не русское даже слово. Ну да. Оно откуда-то пришло из какого-то другого вида. Ну, разве ваше слово интернациональное? Абрикол? Прикол. Америка, говорящих странах, свои не забивает. За это штраф 5 очков, да? Слово карамболь, абриколь, это же, по-моему, как бы даже может быть из того же снукера. Как бы. Карамболь, наверное, из французского. Ну, карамболь, а абриколь вполне может быть тоже оттуда. Да. Потому что карамболь — это игра такая есть. Ну да, французская. Надо погуглить, скорее. Ну. То есть никто у нас не знает. Потому что Боря статью. Эх, красавец. Чудо-шар, Борис, не видел ты сейчас. А там записано, что там. А, и ты шрай, ты куса. Как он смеется, какая пакость его смеет. Главное, чтобы ты спиной там сильно своей не широкой не прикрыл это туда. Посмотрим. Так, как это попал?
мы здесь попали. Сели. Караоке. Ну, все, то я делаю. Хорошо, размещу людей. Тяга есть. Тяга есть. Ко мне Антон на прошлом турнире вопрос задал. Ага. Типа вот, я ему рассказал кто-то, что обтяжка, как говорит, правильно, вообще от чего зависит? От наклейки или еще от чего-то? Я говорю, тут куча, даже сукно и то, да, и удары. Потому еще. Что если ты играешь винта, вот, например, на скоростном сукне, если ты сильный удар делаешь, у тебя винт не успеет сработать. Сработает. Мягкий удар делать. Да, там практиковаться и практиковаться. Вот здесь правый боковичок, сейчас меня вылечит. Сильно ударил? Нет, там надо управлять, чтобы удержать широту. Боря, нет устарей, просто нормально с этой камерой. Я сам нормально, что хороший специалист. 4 хороших. Сейчас надо держать. Я вот футбол еще снимаю, вот у меня 2 танка, 2 батареи. Оно именно в ширика. А если бы он даже резкий удар, он не успел работать. Он когда борта коснулся, на борту бьет. 4К просто очень сильно жрет. Поэтому, когда вот такое вот что делаешь, винт... Он нагревается, будет постараться. Не играешь, что ли, да? Ни хрена себе, с искрами.
З іскрами, да? Обжог Андрія вон із дырки на майки. А чё, з ким? З Прохором или с Олегом? Давай. Сейчас будешь мстить мне за... Так, ну я попробую французика. Слишком много ваши. Ух, толстый. А чтобы вернуть назад, мне нужно тогда примерно вот смотреть вот угол. Что значит падение, отражение вот этот угол, да? То есть я примерно вот здесь должен дать это на 11. Левый. Вот. Но если, например, близко, и опять же левый ладаш, у тебя шар может сейчас сверху. Там надо наоборот стараться. Да хоть он не активный, когда совсем разбой получил. Thank you.
больше сумасшедший, а? Ahem.